Топливная система. Топливную систему мы описали как... Топливную систему описывает следующая схема. Топливо подается в топливный бак. Далее поступают фильтры, где отсеиваются все ненужные примеси. Затем следует компрессор, потому что топливо просто так не может проходить в двигатель. Оно должно идти под давлением. Но давление должно регулироваться. Следовательно, используется регулятор давления. Обратный клапан нам нужен для того, чтобы не пропускать топливо обратно вверх в топливный бак, что будет мешать работе двигателя. В модели мы представили компрессор и, соответственно, переходим к скатам. Итак, что представляет собой модель? Во-первых, именно компрессоры, да? У нас есть труба, по которой поступает топливо из фильтра уже очищенное без всяких примесей в компрессор. А далее уже оно проходит через компрессор, который посредством движения поршня, сейчас он будет двигаться, вот так вот он двигается, изменяет давление поступающего топлива. И далее потом через вот эту вот трубу, которая специальными уплотнителями присоединяется к самому компрессору, топливо поступает уже на вход к двигателю. Так вот. Кстати, забыла сказать, что топливо там будет совершенно нетрадиционное, нестандартное. Есть два вида топлива. Это газообразное и жидкое. Есть еще топливо из мельчайших частиц, между которыми движутся бактерии, которые не приносят вреда человеку и населяющим эту планету живых существ, но не позволяют сделать топливо безопасным. Вот. И как раз вот это топливо из мельчайших частиц живых существ представлено здесь.